Сейчас вы видите полетную зону, которая построена таким образом, что есть полетная зона, здесь будет мебель для участников, компьютеры, необходимая техника. Они программируют свои дроны и запускают из сценария. Например, источник там, заражения, там, это химическая разведка. Да, это можно сопоставить с поиском, ну, там, свалок, например, несанкционированных. Да? Для чего нужны именно соревнования? Нам для того, чтобы появлялось большее количество пилотов, мы видим, что у нас как бы очень мало и техников, и программистов, необходимо их взращивать там, со школы, со студенчества. Здесь, по сути, отрабатывается то, что в открытом небе будет отработано. Но что важно, это не управление, ну, визуальное пилотирование. Все сразу думают соревнования, что это просто погоняться. Нет, это серьезное как программирование, отработка таких задач. В общем, здесь и в той части. Вот я спрошу вас. Ну вот не погоняться, а что, отработка конкретных сценариев? Но если эти сценарии есть, то назовите хотя бы 2-3. Да, химическая разведка, доставка грузов, поиск интереса, то есть, ну, например, там, человека найти там, или там, там рыб посчитать. Толком никто никогда не следил за, ну, скажем, координатами вот этих вот беспилотников, когда они в массовом порядке летают. Конечно. У нас летают большие самолеты в авиации, там все выстроено. Выстраивалось десятилетиями. Здесь это новое, новый сегмент экономики и новые правила, как летать. Россия страна, в которой каждый ребенок, взрослый вечером кинул дрон в рюкзак и пошел ну, на такую площадку вместо баскетбольной летать. И вот мы такую строим у вас на Сахалине, чтобы ее модельно показать. Да, и там будут как раз проходить спортивные соревнования, гонки дронов, там разные тоннели, много-много разных вариантов. И вот здесь вот спорт в чистом виде, это уже прям как спортивная дисциплина. Мы сейчас находимся на месте как раз, где у нас будут разбиты старты дронов. Мы полетим как раз два дрона. Один это AIST, это компания Drone Solutions, у которой мы собираемся. Будем открывать производство. Сейчас отработаем, мы покажем вам именно сценарий, как это будет все происходить.